очень-очень женственная Мариша. Мы с Юрой поздравляем тебя с днем рождения. И я искренне любуюсь тем путем, которым ты сейчас идешь. Насколько тебе в нем интересно, насколько ты желаешь разобраться в себе, как ты мечтала. И я тебе желаю, чтобы каждый день, а в дальнейшем и каждое мгновение ты могла проживать с чувством, чувствуя каждую деталь, каждую секунду, каждое мгновение своей прекрасной жизни. Я вижу твою просто невероятно красивую душу. Я ее чувствую. Она очень мудрая, она очень мечтательная, она очень нежная. И я тебе желаю, чтобы с каждым днем ты чувствовала ее все больше и больше, чтобы ты доверяла ей. Ведь она просто нет возможности, чтобы она привела тебя куда-то не туда. Просто верь ей, просто чувствуй ее, просто следуй за ней в искреннем желании открывать новое в интересе, заниматься своим любимым делом в интересе, масштабировать его, развивать его. И каждый день желаю тебе быть в этом искреннем интересе к твоей прекрасной жизни. Я всегда вместе, я счастлива быть вместе. Я очень благодарю тебя, что ты когда-то поверила, доверилась, и сейчас мы вместе в этом прекрасном пути. Очень-очень тебя люблю, тепло-тепло и крепко-крепко тебя обнимаю и поздравляю тебя с днем рождения твоей чудесной, прекрасной и очень-очень-очень-очень нежной души. Очень тебя люблю. С днем рождения. Маришка, с днем рождения тебя. Море любви и позитива. Обнимашки. Мариночка, я искренне поздравляю тебя с твоим Новым годом. С днем рождения твоей прекрасной души. Твой путь к любви и свету, к счастью, к созиданию только начинается. И пусть каждый твой день будет наполнен этим искренним интересом идти по этому пути, знакомиться с собой, открываться, чувствовать, доверять, верить и благодарить. Пусть исполняются все твои мечты, а глаза твоей прекрасной женщины каждый день сияют от счастья. И всегда будет возможность любоваться действиями твоего благородного духа. И желаю тебе развития в твоем любимом деле. Желаю тебе построения совершенно новых отношений с детками. Желаю тебе построения совершенно новых отношений первично внутри себя самой. И пусть каждый твой день будет поистине чудотворным. Пусть глубина и мудрость с каждым днем, благодаря знаниям, открываются тебе. Пусть ценность того пути, который ты прошла, и тех уроков, которые ты проходишь сейчас, растет внутри тебя. И каждый день будет возможность видеть еще больше и приходить к еще более глубоким, ценным осознаниям. Я искренне желаю тебе стать Богом своей Вселенной. Помните о своих выборах, о своих намерениях и о том, куда ты идешь. На нашей огромной планете в самых разных ее уголках есть большое количество твоих единомышленников. Просто знай, что мы тебя очень любим. Мы всегда рядом, всегда вместе, всегда крепко держим тебя за руку. Открывайся, доверяй, чувствуй, свети в этот мир. И просто будь. С днем рождения! Дорогая Мариша, я тебя поздравляю с днем твоего рождения.
Я знаю тебя как невероятно чуткого, нежного, заботливого профессионала. Доверяю тебе свое прекрасное лицо. И уже не только. Еще до того, как мы с тобой оказались вместе в одном пространстве, я почувствовала в тебе то самое тепло, что называется родное. И несмотря на то, что мы с тобой на «вы» все время разговаривали, я чувствовала тебя абсолютно своей. Мне с тобой было очень хорошо, я могла расслабиться и, в общем, чувствовалось некое такое внутреннее родство. И когда ты оказалась в «Миссия Лав», не было ничего для меня особо удивительным. Была лишь счастлива, что ты присоединилась к нашему сообществу. Я желаю, чтобы твой Новый год был наполнен чудесами, мечтами, счастьем, любовью. Я верю в то, что абсолютно каждое твое желание, искреннее желание души, каждая твоя мечта воплотится в реальность. Я желаю тебе в этом году прочувствовать по-настоящему свою душу, быть рядом с ней, обнимать ее, любить ее, чувствовать ее. Пусть твой Новый год будет невероятно интересным, светлым и наполненным любовью и счастьем. С днем твоего рождения! Обнимаю. Люблю. Дорогая Мариночка, я поздравляю тебя с твоим новым наступающим годом. Я искренне тебе желаю, чтобы то тепло, которое ощущается от твоих сообщений, от тебя, вообще в целом, которое есть вместе с тобой, чтобы оно раскрывало в тебе все твои таланты, чтобы ты каждый день помнила, что ты уникальна, ты такая, какая ты есть, ты красивая, ты можешь выбирать, жить жизнь так, как ты чувствуешь. Пускай этот год будет для тебя особенно светлым, ярким, наполненным. Я счастлива, что ты с нами. С днем рождения тебя! Мариночка, искренне поздравляю тебя сегодня с твоим днем рождения. Это твой совершенно новый год, новый день рождения, когда ты уже знаешь, что такое чувствовать свою собственную душу. Мы с тобой в этом прекрасном мире знакомы короткий промежуток времени. Но на уровне души мы с тобой знакомы очень-очень-очень давно. Я в этот день, в этот твой день рождения искренне желаю тебе, чтобы, просыпаясь по утрам, ты чувствовала состояние наполненности, искреннего интереса к каждому своему дню, чтобы твои глаза каждый день сияли от счастья в отражении зеркала. Искренне желаю тебе в этом году начать чувствовать свою душу, слышать, слушать еще ярче, еще яснее, и начать, самое главное, воплощать ее искренние желания в действительность, испытывая внутри состояние любования своими совершенно новыми действиями в высокой частоте вибраций. Очень тебя люблю, поздравляю тебя с днем твоего рождения, и пусть все будет.